Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела меня домой. Ты говорила мне сядь, говорила мне встань. Потом, наверное, устала и легла на диван. Я понял, это намек, я все ловлю на лету. Но не понял, что конкретно ты имела в виду. Вот я не понял. Что ты имела в виду? Вот я не понял. Что ты имела в виду? Нет, все понятно, что ты имела в виду? Но что конкретно? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела? Еще я толком не запомнил твоего лица. Но мы поехали, купили два каких-то кольца. Играл орган, все пили вино. Твоя мамаша почему-то назвала меня сынок. Я понял, это намек, я все ловлю на лету. Но не понятно, что конкретно ты имела в виду. Вот я не понял. Что ты а? Вот я не понял. Что ты имела в виду? Нет, все понятно, что ты имела в виду? Но что конкретно? Что ты имела в виду? Что ты имела в виду? Что ты имела? Тогда ты думала, я сплю, но я-то видел, дружок, как ты мне сыпала в суп какой-то белый порошок. Ой, странный вкус темнеет в глазах. И ты сказала, окей, до встречи в небесах. Я понял, это намек, я все ловлю на лету. Но непонятно, что... Что ты имела в виду? 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 Как я живу без тебя, прошла немая тоска. Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что ты имела в виду.